не дотягиваете до зарплаты? Дотянем! Отличные наличные займы до зарплаты. Сегодня в стране отмечается самый семейный праздник – это День семьи, любви и верности. Дата приурочена ко дню памяти святых князя Петра и его супруги Февронии, покровительствующих православию, семье и браку. В этот день в России чествуют образцовые семьи, прожившие в любви и согласии 25 и более лет, воспитавшие достойных сынов и дочерей страны. По доброй традиции торжества прошли и в Туве. За 11 лет существования праздника медалью за любовь и верность удостоены 316 супружеских пар республики. В этом году медаль вручили еще 44 образцовым семьям. В Республиканском министерстве внутренних дел состоялся брифинг по теме «Общественно опасные, противоправные и уголовно наказуемые деяния, связанные с нарушением правил дорожного движения». На вопросы журналистов отвечали начальник отдела следственной части Следственного управления МВД по Туве Лев Тюлюш и старший следователь по особо важным делам Сергей Большаков. Так, представители Следственного управления рассказали об изменениях, внесенных в Уголовный кодекс России. В апреле этого года внесли изменения в уголовный закон, где внесли квалифицирующие признаки по статье 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. Здесь в части 2, 4, 6 у нас включили квалифицирующие признаки. Пункт А – это совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения. Пункт Б – это сопряжено с составлением места его совершения. Ранее у нас таких квалифицирующих признаков не было в случае совершения дорожно-транспортного происшествия в виде наезда на пешехода и последующим скрывается от места совершения преступления, то, оставив пешехода в опасном для него жизни и здоровья состоянии, то в данном случае водитель просто совершает в последующем второе преступление – это оставление в опасности лица, опасного для жизни и здоровья. Отмечается, что основными причинами ДТП являются несколько факторов. Это превышение скоростного режима, вождение в состоянии алкогольного опьянения, нарушение правил проезда пешеходных переходов, а также по причине нарушения ПДД самими пешеходами. В настоящее время в производстве следователей находятся уголовные дела, возбужденные в новой редакции Уголовного кодекса, а именно, когда водитель, совершивший ДТП, скрылся с места происшествия. 29 июня 2019 года было совершено дорожно-транспортное происшествие на Левобережном дачном обществе города Кызыла, в результате которого был совершен наезд на трех человек, на трех пешеходов, которые двигались по обочине дороги. Одним из данных пешеходов оказался 7-месячный ребенок, который получил наибольшее количество тяжких телесных повреждений. В данный момент находится в коме, в реанимации. Сознание приходит в состояние крайне тяжелое. Вот обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Автомобиль Honda CR-V, двигавшийся в южном направлении по улице Садовая, Левобережного дачного общества, по неустановленной на настоящее время причине выехал на западную обочину, в результате чего совершил наезд на пешеходов, которые двигались по данной обочине, после чего вновь выехал на проезжую часть улицы Садовая и скрылся в неизвестном направлении. В дальнейшем в ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен данный автомобиль, также был установлен водитель данного автомобиля. В отношении данного водителя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время находится в следственном изоляторе. Практика следователей показывает, что в случае, когда необходимо установить, кто же все-таки находился за рулем, проводится ряд экспертиз и иных следственных действий на месте происшествия. Бывают такие уголовные дела, которое вот недавно было мной закончено, где автомобиль совершил опрокидывание. В автомобиле находило 4 человека, в результате чего 3 из них погибли, один остался жив. Выживший давал показания в ходе следствия о том, что он находился на заднем сидении, а на переднем пассажирском сидении находился человек, который погиб в результате дорожно-транспортного происшествия. По данному факту были проведены ряд экспертиз, такие как автотехническая экспертиза по установлению механизма дорожно-транспортного происшествия, судебно-медицинская экспертиза по установлению
причины смерти, по установлению телесных повреждений выжившего человека, комиссионная судебно-медицинская экспертиза, где судебно-медицинский эксперт по телесным повреждениям выявленных у лиц рассаживает их непосредственно по местам в автомобиле. Вот. Также были в данном случае изъяты чехлы с автомобиля. По данным чехлам также были назначены экспертизы по волокнам, по исследованию волокон и волокнистых материалов. То есть в данной экспертизе сравнивают чехлы и одежда, в которой были одеты погибшие и выжившие. В результате чего выяснилось, что за рулем автомобиля находился выживший человек, который изначально давал показания, что находился на заднем сиденье, спал. Ему было предъявлено обвинение в совершении преступления. По данным госавтоинспекции Тувы, за 6 месяцев текущего года в республике зарегистрировано 209 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибло 40 человек и 328 пострадали. По вине нетрезвых водителей произошло 42 автоаварии. Со следующего года женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, смогут подучиться, повысить квалификацию или даже получить новую профессию за счет служб занятости. Об этом сообщает «Российская газета». На это будет потрачено свыше 4,5 миллиардов рублей. Не единовременно, а с 2020 по 2024 годы. Министерство труда и социальной защиты России подготовило постановление правительства, которым будут внесены поправки в государственную программу по содействию занятости населения. Деньги с федерального бюджета на обучение женщин, предпенсионеров и работников в рамках программы повышения производительности труда будут выделяться регионам не в виде трансфертов, а в виде субсидий на условиях софинансирования. Всего за 5 лет планируется обучить как минимум 230 тысяч мамочек-декретниц. Длиться учеба будет не более 6 месяцев. Стоить один курс будет более 58 тысяч рублей в 2020 и 2021 годах и свыше 60 тысяч рублей в 2022-2024 годах. Женщинам помогут получить новые компетенции, знания и умения, нужные в цифровой экономике. А это, в свою очередь, даст им возможность не отстать от своих коллег и работать наравне с ними после выхода из декретного отпуска, либо найти новую работу, говорится в пояснительной записке к документу. По словам министра труда и социальной защиты Максима Топилина, учить женщин будут в рамках национального проекта «Демография». И о курсах валют. Доллар сегодня стоит 63 рубля 58 копеек, евро 71 рубль 66 копеек. Все о дорожных происшествиях и криминальных событиях, наблюдения очевидцев и собственные шокирующие репортажи. От поучительного до абсурдного. Смотрите каждую среду в 19 часов в программе «Патруль» на телеканале «Новый век». В Туве несовершеннолетний подозревается в совершении тяжкого преступления. Подросток воткнул нож в спину своему другу. Следственными органами в отношении 17-летнего жителя Барунхемчского района возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», совершенное с применением предмета, используемого в качестве орудия. По версии следствия, 20 мая текущего года, около 23 часов, на улице Доржу Альберта, села Кызылмажалык, находившись в состоянии алкогольного опьянения несовершеннолетний подозреваемый, используя незначительный повод, затеял ссору с 15-летним ранее знакомым односельчанином. После этого подозреваемый, имевшимся при себе ножом, нанес несколько ударов в спину. Умышленными действиями несовершеннолетнего подозреваемого, потерпевшему причины телесных повреждений, расценивающиеся как тяжкий вред здоровью. В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех фактических обстоятельств произошедшего события. Устанавливаются характеризующие материалы в отношении как потерпевшего, так и подозреваемого, назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.
По данным Кросстата, в Туве смертность от болезней системы кровообращения за 5 месяцев текущего года уменьшилась на 15,1%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 297 на 100 тысяч населения. Это произошло благодаря планомерной работе всех специалистов в рамках национального проекта «Здравоохранение» по реализации региональной программы Республики Тыва «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». С 2019 по 2024 годы программа предусматривает реализацию ряда мероприятий, направленных на снижение смертности населения от сердечно-сосудистых заболеваний. В Республиканской больнице номер 1, которая является ведущим учреждением по реализации программы, с начала этого года внедрено немало новых методов лечения больных с острыми формами болезней системы кровообращения. Тщательный анализ ведения больных на амбулаторном этапе и этапе скорой медицинской помощи позволяет разобрать наиболее часто встречающиеся ошибки с целью дальнейшего недопущения их в дальнейшей работе. Наиболее острая ситуация по смертности от болезней системы кровообращения в Кызылском, Улухемском и Кахемском районах. С 4 по 7 июля в Дзунхемческом районе состоялся 20-й юбилейный фестиваль живой музыки и веры Устюхюре. Ежегодно на фестиваль приезжают множество групп и исполнителей, которые в течение 4 дней участвуют в конкурсе. Простота бытовых условий палаточного городка, близость к природе, особая атмосфера буддийского храма, постоянное совместное музицирование участников – все эти компоненты создали неповторимый имидж фестивалю. Я приехала всего второй раз. Прошлый раз было 5 лет назад. И по ощущениям ничего не изменилось, в хорошем смысле. Вот. Наоборот, стало удобнее. Есть зарядка для телефонов и интернет. А что для меня значит фестиваль? Ну, не знаю, это возможность отдохнуть, познакомиться с новыми людьми и послушать музыку под открытым небом. Фестиваль Устюхюре – это одно из массовых событийных культурных пространств в Туве, на которое приезжают гости со всего мира. Общая численность участников и гостей составляет свыше 5000 человек. География фестиваля – более 20 стран. Во-первых, я думаю, наша этника, природа и все-таки, наверное, сюда приезжают люди, которые все еще в жизни являются, ну, как по моему мнению, именно теми самыми настоящими, добрыми, открытыми, готовыми к общению, и чтобы приятно проводить время очень. В предпоследний день фестиваля площадку посетил глава Тувы Шалбан Караол, который отметил, что фестивалю Устюхюре целых 20 лет, и он стал частью жизни многих людей в республике и по всему миру. Также глава региона затронул тему закрытия культурного мероприятия и предложил организаторов не спешить с решениями, а взять паузу и все обсудить, попытаться найти другие варианты, ведь за этим проектом большие труды и старания. А главное, что фестиваль нужен Туве. Я верю, Игорь Дулуш услышит мои доводы о том, что закрывать фестиваль Устюхюре нельзя. По крайней мере, попросил его не спешить с таким серьезным решением, не делать прямых заявлений. Мы – люди буддийской веры и дети мудрых предков. Непростой у нас был разговор. Команда Устюхюре несла эту миссию на своих плечах в течение 20 лет. Наверное, есть усталость. Плюс новые веяния времени, иное мышление молодежи. Но Устюхюре уже стал точкой притяжения для людей из разных уголков мира, символом дружбы народов, территории талантов, живой музыки, вдохновения. Устюхюре привил творческий вкус не одному поколению чаданской детворы, внес лепту в возрождение нашей религии. Словом, это одна из главных визиток нашей республики. Здорово, что энтузиасты фестиваля и сам Игорь, обдумав и взвесив, объявили о перезагрузке. Мы непременно все обсудим. Будем вместе. Устюхюре – это многослойный полижанровый фестиваль от классики и фольклора до всех современных музыкальных направлений – рок, авангард, фьюжн и так далее. Победители в номинациях получают дипломы.
Тувинский борец Начин Кулар завоевал серебро на чемпионате России в Сочи. В финале схватки чемпионата России по вольной борьбе весовой категории до 65 килограммов встретились дагестанский борец Даджимурат Рашидов и Начин Кулар. Ранее тувинский спортсмен полуфинальной встречи с чеченским борцом Исламом Дудаевым, проигрывая со счетом 3-0, смог провести четырехбальный прием и выйти в финал. Однако в финале Начин Кулар уступил дагестанскому борцу со счетом 5-2 и завоевал серебряную медаль. Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили отметил, что федерация занимается формированием состава на Олимпийские игры. Убежден, что при определении состава выбор будет сделан в пользу сильнейших борцов, независимо от того, какую территорию они представляют или симпатии к ним. Все зависит от самих ребят, которые должны проявить все свои лучшие качества, добавил глава спортивной федерации. Чемпионат России стал отборочным турниром к предолимпийскому чемпионату мира в Нур-Султане, который пройдет с 14 по 22 сентября. В ближайшие сутки по республике ожидается перемена облачность, местами небольшие и умеренные дожди. В отдельных районах сильные дожди, грозы, возможен град. В Кызыле перемена облачность, небольшой дождь. Ветер северо-западный от 5 до 10 метров в секунду. Днем порывы до 13. Температура воздуха ночью +14, +16 градусов, днем +26, +28.